Добрый день, Алексей Пашков на связи. И если вы смотрите это видео, вас, очевидно, все-таки заинтересовал вопрос о том, где же в этой картине изображение двух философов, и что это за философы, и почему именно они. Вы знаете, хочу вам сказать, что я невероятно рад этому вашему интересу. Дело в том, что абсолютное большинство людей, по моим наблюдениям, даже если и заявляют, что искусство им нравится и они им интересуются, но воспринимают они искусство поверхностно, исключительно как красивые картинки. Они любят натюрморты с цветочками, или с котятами, или пейзажи с речкой и березками. Они ничего не хотят об искусстве знать. Они просто хотят любоваться на симпатичное изображение. Но вокруг меня, так уж получилось, собрались люди другого склада. Люди, которым интересны смыслы, интересно понять, о чем художник говорит с нами. И поэтому, когда в свое время, давно еще на заре нашей группы, я начал рассказывать про голландские философские натюрморты, так называемые «ванитас», «чита» по латыни, то есть картины, которые должны были напоминать людям о тщетности их жизни, и делали они это при помощи многочисленных символов и иносказаний, вы, мои подписчики и подписчицы, не начали меня укорять за это и не начали требовать вместо этих картин цветочков и котят. Нет, вам стало интересно, вам хотелось расшифровывать послание этих самых ванитас. Ну, а я со своей стороны объяснял вам, что тот язык, с помощью которого эти картины с нами общаются, очень разнообразен. Вот посмотрите, например, на эту, да, с которой я начал сегодняшний разговор. Здесь множество разных символов. Некоторые из них можно понять просто на основании здравого смысла. Деньги, рассыпанные по каменной полочке, напоминают нам о том, что сколько бы в этой жизни ни скопил богатств, но с собой их не возьмешь. Цветок говорит о скоротечности жизни, ведь сказано в Библии: жизнь человека как цвет полевой. Череп не требует, я думаю, объяснений. Некоторые символы требуют специальной подготовки для того, чтобы быть понятыми, потому что они могут отсылать, например, к известным высказываниям, как мыльный пузырь в этой картине. Мыльный пузырь напоминает о римской пословице «homo bulla». В дословном переводе «человек есть пузырь». Ну, действительно, век наш так же короток и жизнь наша так же хрупка, как век мыльного пузыря, который летит, 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 и вдруг пап, и все, и нету его. Но еще чаще в подобных картинах, в ванитас, встречаются отсылки к античной культуре или античной философии. И вот для того, чтобы их понять, нужно обладать еще более объемными и еще более глубокими знаниями. Хорошая новость заключается в том, что приобретать эти знания интересно, особенно с моей помощью. Давайте покажу вам несколько примеров. Вот небольшой ванитас. Здесь, как обычно, присутствует череп, раковины, об их значении я говорил уже в другом месте. Но есть здесь и небольшая статуэтка. Статуэтка, изображающая обнаженную женщину. Мы с вами хорошо понимаем, что это, конечно же, Афродита, выходящая из моря. Более того, это изображение конкретного типа Афродиты, типа, который хорошо был известен в античном искусстве и известен под именем Афродита Анадиомена. Ну, в переводе это и означает «выходящая из морской пены». Создателем этой скульптуры считался античный творец по имени Прокситель. Рассказывают, что ему было заказано две статуи, точнее, не совсем так, ему жители острова Кос заказали скульптуру Афродиты, и он предложил им два варианта – одетую и обнаженную. Они оказались консерваторами и выбрали одетую Афродиту и прогадали, потому что обнаженная Афродита в итоге уехала на остров Книт и стала известна как Афродита Книтская. Она приобрела славу во всем античном мире, и люди толпами ехали на Книт специально для того, чтобы увидеть это произведение. Книтская туристическая индустрия процветала. Так вот, с одной стороны, это изображение небольшой копии книтской Афродиты может, конечно, просто-напросто напоминать об увлечении людей коллекционированием красивых вещиц. И
в то же время говорить о том, что не следует слишком этим увлекаться, потому что, опять-таки, смерть все у нас отнимет. Именно в этом качестве различные драгоценные вещи и произведения искусства часто появляются в Vanitas. Они напоминают нам о тщетности вот этих вот земных увлечений. Однако в данном случае можно пойти глубже. Дело в том, что про Афродиту Кницкую существует легенда. Легенда, рассказанная греческим писателем Лукианом. Легенда о том, как некий кницкий юноша влюбился в статую. И эта любовь не довела его до добра. Он в итоге покончил с собой, бросившись в море. Ну, потому что, естественно, его страсть не могла быть разделена скульптурой. Ну, по определению, это же скульптура. И если держать в уме этот сюжет, то мы понимаем, что Vanitas в данном случае напоминает нам еще и о губительности человеческих страстей и о недостижимости счастья в этой жизни. А раз оно недостижимо, то не следует и пытаться лучше обратиться мыслями к жизни будущей и к Богу. А это ведь и есть главное послание всех Vanitas. А вот другой пример. Посмотрите на этот Vanitas. Многие его детали вам уже знакомы и понятны. Например, воинские доспехи. Они говорят о стремлении людей к славе и власти. И это стремление тоже, конечно же, тщетно. Но в этой же картине видна еще и книга. Присмотревшись, мы можем прочесть, что у нее на обложке. А на обложке у нее Софокл Электра. «Электра» — это действительно трагедия греческого драматурга Софокла, повествующая о судьбе дочери царя Агамемнона. Напомню, что несчастная судьба дома Атридов, к которому принадлежал Агамемнон, была очень популярной у греческих драматургов. И все три великих греческих писателя, то есть Эсхил, Софокл и Еврипид, обращались к этому сюжету. Ну, конечно же, каждый смотрел на него по-своему. Напомню, Агамемнон был предводителем греческого войска во время осады Трои. После того, как Троя была взята, он возвращается домой, но за время его отсутствия его жена Клитемнестра успела обзавестись любовником. И когда Агамемнон прибывает домой, они коварно его убивают. Однако его сын Орест и его дочь Электра потом мстят за смерть отца, убивая и его вдову Клитемнестру, то есть собственную мать, и ее помощника-любовника. И помещая Софоклову Электру в картину, художник опять-таки с одной стороны может нам напомнить о том, что не следует слишком увлекаться даже таким, казалось бы, благородным предметом, как изящная словесность. Дело в том, что нам хорошо известно, многие образованные голландцы той эпохи действительно полностью отдавались филологии, изучению древней литературы. И, казалось бы, дело-то хорошее, это вам не по кабакам гулять. Тем не менее, Vanitas часто и это увлечение осуждают, потому что все земное, даже классическая филология, уводит человека от Бога, а это нехорошо. Но это только первый поверхностный уровень истолкования. Мы опять-таки можем пойти глубже и сказать, что Софоклова Электра напоминает нам, смерть гораздо ближе, чем мы привыкли думать. Она настолько вездесущая, что может прийти даже доставленная самым близким человеком. Жена может убить мужа, а дочь с сыном могут потом убить свою мать. Смерть постоянно идет за нами по пятам, она вечно у нас за плечом. Нужно быть готовым принять ее в любой момент и в любой форме. Мне кажется, что об этом в данном случае напоминает картина. Но опять-таки, понять это послание можно только, если вы хорошо знакомы с античностью, на которой, на игре, с которой все это послание базируется. И вот сейчас мы наконец-то подходим к тому, с чего я начал. То есть с классического Vanitas с черепом и мыльным пузырем, на котором я вам предложил найти изображение двух философов. Это была не такая простая задача. Дело в том, что картина, ну, видимо, просто потемнела со временем, поэтому фигуры их видны не так хорошо. Однако, приглядевшись, найти их можно. Вот они, видите, над аркой в виде двух барельефов изображены.
Если мы присмотримся к их лицам, то поймем, что один из них смеется, а второй плачет. Кто это? Это Гераклит и Демокрит. С Демокритом мы с вами знакомы более-менее неплохо, потому что он, как считается, был создателем атомарной теории, и в советское время его подавали как одного из первых в истории мыслителей-материалистов. Это, конечно, известное упрощение, но не будем сейчас вдаваться в эти подробности. Самое главное, что его имя нам знакомо. Как насчет Гераклита? Гераклит известен намного меньше. Современники прозвали его Гераклит Темный за невнятную манеру излагать свои мысли. Действительно, Гераклит был скорее эзотериком, философом, который постоянно говорил с людьми о весьма темных, смутных, сверхъестественных вещах. Именно ему принадлежит выражение «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Видимо, имелось в виду, что мир постоянно меняется. Человек, с которым мы говорим сегодня, это уже не тот же самый человек, с которым мы говорили вчера. Он приобрел новый опыт, он развился или наоборот деградировал. И в мире нет ничего постоянного. Мир убегает от нас, мы не можем его ухватить. Точка зрения довольно депрессивная в сущности. И говорят, что характеру Гераклита она абсолютно соответствовала. Его описывают как нелюдима, меланхолика, едкого человека, который постоянно подвергал всех окружающих критике. Он в одной из своих книг даже писал, что Гомера следовало бы высечь, потому что Гомер был плохим поэтом. Ну, это все равно, что если бы я про Пушкина также высказался. Конец Гераклита тоже был невеселым. Он заболел водянкой и, пытаясь вылечить себя от нее, как это описывают античные авторы, обмазался навозом и улегся на солнце, пытаясь таким образом буквально высушить свое тело. Лечение не помогло. По одной версии он просто умер на солнцепеке, по другой версии его в таком виде нашли бродячие собаки и разорвали. Демокрит был полной противоположностью Гераклита. Его мысли, как говорят, были сосредоточены на земном. Более того, мысли эти всегда были довольно-таки оптимистичными. Демокрит дожил до 109 лет. И, почувствовав, что ему пришло время умирать, он отсрочил свою смерть на 3 дня, потому что дело происходило как раз во время праздников, и он не хотел портить праздники для своей сестры. Когда же праздники прошли, он наконец-то позволил себе уйти, причем умер спокойно и без боли. Согласитесь, разительно разные люди, учения их тоже во многом контрастировали. Видимо, с этим и связана античная традиция о том, что Гераклит, выходя на люди, всегда плакал. Такую реакцию вызывала у него судьба человека на земле. Человека, который брошен в этот вечно изменяющийся мир, за которым ему не угнаться. Более того, человека, который, по мысли Гераклита, глуп, весьма ограничен в своем познании и не может разобраться со собственной жизнью. Демокрит же, наоборот, смеялся надо всем. Смеялся, в общем-то, из схожих побуждений. Демокрит считал, что все то, чем занимаются в жизни люди, делами своими, там, тут хитончик продал, тут горшок прикупил, и как-то вот это все, это настолько мелочно, настолько смехотворно, что без улыбки смотреть на это невозможно. То есть и у того, и у другого было презрение к миру и к тому, чему свою жизнь посвящают люди, но все-таки проявлялось оно по-разному. У одного в слезах, у другого, наоборот, в смехе. Изображение вот этой пары, плачущего Гераклита и смеющегося Демокрита, оно в искусстве встречается часто. И вам полезно будет о нем знать, если вы хотите понимать язык живописи. Приведу вам еще один пример, хотя их на самом деле намного больше. Видите вот эту картину? Это святое семейство кисти Рафаэля. Она находится в Эрмитаже в Петербурге. Считается, что моделью для Иосифа в данном случае послужил друг Рафаэля, архитектор Браманте. Так вот, существует фреска, выполненная им самим, Браманте же, которая изображает как раз-таки плачущего Гераклита и смеющегося Демокрита. Вот она. Видимо, в образе Демокрита он изобразил самого себя. Но, правда, здесь он помоложе и поупитаннее. Как видите,
Художники часто обращались к образам античных философов для того, чтобы, изобразив вот конкретного мыслителя, этим сразу же передать всю сумму его идей. И, конечно же, знакомство с этими самыми идеями поможет нам и искусство понимать лучше, потому что они очень тесно переплетены. Как вы знаете, касательно античных идей и конкретно философских идей, у меня скоро выйдет курс, посвященный философии стоиков. До него осталось буквально 2 недели. Если вы все еще не добавились в предсписок слушателей курса, то я советую вам это сделать. Ссылка на него должна быть где-то рядом. Я очень надеюсь, что на этом курсе мы с вами встретимся.